Всем привет! Привет. Поступил вопрос от нашего подписчика. А где вы вообще живете? Сейчас мы расскажем вам, но как обычно перед этим мы приготовим блюдо, сделаем небольшой обзор нашего жилья и ответим, где мы на самом деле живем. Это наша ванная. Мы заходим в нее. Муж сказал, чтобы я сама пока распорядилась, потому что они пошли в поисках квартиры. Итак, что у нас тут очень красиво? Это у нас душ. Очень тусклый, не пройдет туалет. Это ванная раковина, наши принадлежности, все, что нам дают. Все очень чисто. Some people play games, but life is not a game. Итак, сегодня мы готовим говядину в красной пасте карри. А для этого нам понадобится говядина, кокосовое молоко, болгарский перец, кабачки, корень имбиря, чеснок, лук репчатый, дунганский перец, зелень кинзы, соль, сахар по вкусу, рыбный соус и, конечно же, сама красная паста карри. Накаливаем масло в сковородке и закидываем чеснок. Обжариваем чеснок, чтобы масло пропиталось чесноком, да? Да, несколько секунд буквально. И тут же сразу же закидываем лук. Тоже его обжариваем до полупрозрачного цвета. При этом, как всегда, нужно помешивать буквально пару минут.